Школьный рюкзак от немецкого бренда Jack Wolfskin, модель TRT School Pack. Дизайн этого рюкзака основан на взрослой версии рюкзака TRT, но в уменьшенной версии и адаптирован именно для школы. Объем рюкзака 20 литров, это достаточный объем для большинства учащихся, ну, естественно, если в школе не требуется переноска множества дополнительных материалов. Значит, как устроен у нас этот рюкзак? Первый карман к спине ближайший предназначен для переноски ноутбуков. Производитель заявил размер его под 14 дюймов. На самом деле мы его померили, и ну, по факту сюда влезает реально больший ноутбук. Может быть, даже до 17 дюймов. Карман действительно мягкий с обеих сторон. Уплотнение с этой стороны, уплотнение со стороны спины. Естественно, что сюда также удобно класть какие-то папки и те материалы, документы, которые требуется отделить от основного объема вещей. Второй карман ведет нас в просторное отделение. Внутри оно поделено на две части, соответственно, можно разделить учебники и тетради так, чтобы они не смешивались друг с другом. Отделение достаточно просторное, и, в принципе, если использовать этот рюкзак не только для школьных занятий, но ребенок потом будет использовать ее для посещение секции, сюда легко входят и кроссовки, и сменная одежда, и много чего другого. Следующее отделение на фасадной части. Большой вместительный карман с небольшим органайзером. Соответственно, петелька для ключей, отделение для кошелька, для какого-то для телефона, для чего-то еще. И дополнительный кармашек сверху. Он выполнен по принципу, как в горнолыжных рюкзаках, отделан мягким флисом. И, соответственно, здесь хорошо будет хранить либо очки, либо что-то там хрупкое достаточно. Модель школьного рюкзака изобилует светоотражающими элементами. Каждый хлястик на молнии дополнительно. Вот если вы набьете кармашки, соответственно, они будут светиться еще ярче. Светоотражающие элементы в кармане. Светоотражающие элементы на карманах боковых, куда, кстати, легко входит термос. Светоотражающие элементы также присутствуют, естественно, на плечевых лямках. Значит, на фасадной части рюкзак украшен или дополнен такими стропами. Сюда удобно фиксировать дополнительные какие-то элементы снаряжения. То есть, если ребенок ваш любит брелки или там повесить ножик какой-нибудь детский, именно детский, карабинчик. В общем, сюда все это легко навешивается. С обратной стороны мы видим достаточно простую, но при этом мягкую, комфортную спинку. Плечевые ремни относительно мягкие, то есть это не такие же комфортные, как в туристических моделях рюкзаков, но на тот объем, который рассчитан этот рюкзак, они отлично подходят. Грудная стяжка предназначена для того, чтобы рюкзак не свалился с вашего ребенка, если он ведет активный образ жизни и по пути из школы будет лазить по горкам каким-то. Здесь фастекс вы можете наблюдать, он со свистком. И поясной ремень, он съемный, поэтому при желании его можно снять, но в целом он увеличивает комфорт при переноске рюкзака, фиксируя рюкзак на поясе и таким образом не давая ему болтаться. Обращаем внимание, что все стропы, которые расположены в зонах регулировки, очень гладкие, и это делает регулировку, настройку рюкзака крайне простой и быстрой. То есть нигде ничего не заедает, совершенно не нужно прикладывать никаких усилий. Все это делается легко. Здесь расположена небольшая петелька, которая позволяет подвесить рюкзак либо под партой, либо где-то еще. И полноценная силовая лямка для переноски рюкзака, ну, в качестве портфеля. Из личных замечаний мне понравилось, что этот рюкзак смотрится очень аккуратно, даже будучи пустым. Сейчас он не наполнен ничем. А также наличие больших карманов внутри, которые помогают организовать пространство так, что большое количество тетрадок и учебников не болтается внутри. То есть вы всегда можете распределить чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, и все это аккуратно будет переноситься от школы до дома и в обратную сторону. Покупайте детям правильные школьные рюкзаки. Ждем вас в спортмарафон.